Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Эльдар Тагиев, я бизнес-тренер. Вот уже более 30 лет меня искренне интересуют вопросы влияния, заразительности успешного публичного выступления. По первой специальности я актер. Я закончил в свое время старейший в стране театральный вуз. И работая в театре, я постигал на практике прием оказания эмоционального воздействия на зрителя. Затем окончил высшие сценарные курсы при Госкино СССР. Я уже вплотную занялся практически тем же, но с позиции влияния на уровне слов, лексических оборотов, стилистики речи. Далее, приобретя большой собственный опыт публичных выступлений и пройдя множество наших зарубежных тренингов по ораторскому мастерству, я стал задаваться вопросом. Неужели современному оратору, будь то преподаватель, бизнес-тренер, руководитель, менеджер, для публичного выступления требуются годы и годы? И где найти им это время? Можно ли практически в разы сократить, ужать эти безумные сроки овладения убеждающей эмоциональной риторикой? И если это возможно, то каким образом? Опыт моих учеников доказывает, что это возможно. Я и мои коллеги по центру тренингов, мы создали систему, которая помогает оратору в краткие сроки, пройдя 2-3 тренинга или 5-10 индивидуальных занятий, получать удовольствие от успешного публичного выступления и получить рекомендации и понятные инструкции по последующей индивидуальной работе. Система успешного публичного выступления состоит из 32 элементов. Применение комплексного подхода позволяет нам на тренингах обращать внимание и прорабатывать с учениками в воркшопах, ролевых играх и при работе с кейсами более 20 элементов, что гарантированно дает мощный результат после каждого тренинга. Положительная динамика особенно заметна, когда мы сравниваем первичное видео и видео после тренинга для каждого участника. Наш центр тренингов предлагает участникам интерактивные тренинги с элементами актерских технологий, где более 70% времени составляют практические упражнения. Это сюжетный и метафорический, как мы его называем, формат воркшопов, ролевых игр и бизнес-кейсов. Мы гарантируем на наших тренингах эмоциональную подачу материала, и все наши тренинги методически выстроены на приемах позитивной психологии и многоканальной обратной связи высокого качества. Переходя к конкретным программам, обращу ваше внимание на так называемое «дерево тренингов». В области развития навыка презентации мы предлагаем следующие программы. Убеждающая презентация, а также тренинг «Говорю свободно». Очень интересный, на наш взгляд, этот тренинг «Аргументация и контраргументация». Востребован тренинг «Публичное выступление для интровертов». Есть и другие программы, которые также интересуют наших клиентов. Это тренинг «Эмоциональный интеллект», тренинг «Эмоциональное лидерство», тренинг по развитию креативного мышления, тренинг по развитию остроумия. Очень интересно проходит тренинг «Поединок», как мы его называем, «Черная риторика». Сотни наших учеников и участников тренингов подтверждают, что после работы с нами выступать, лидировать, побеждать становится гораздо проще. Можно научиться этому за разумно короткий срок и, что немаловажно, научиться делать это с радостью и удовольствием. И я уверен, что наше с вами сотрудничество, уважаемые коллеги, будет очень интересным, плодотворным и взаимовыгодным.